каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. И особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще и люди, которые болеют коронавирусом. Надо помочь им проголосовать, чтобы они могли сделать свой выбор. На этих выборах зарегистрировано рекордное количество наблюдателей. Свыше 45 тысяч. Есть и зарубежные. Надо окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические. Они не побоялись в эту пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, с Украины, не побоялись, приехали для того, чтобы посмотреть, как идут наши выборы. Поэтому к ним надо соответствующее отношение. Еще раз подчеркиваю, выборы в Беларуси пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и исключительно в интересах белорусского народа. Поэтому, если у кого-то иные ожидания, то напрасно. Белорусские законы, белорусский народ – это главное.